Иду до конца. Вот она, свобода. Лети куда хочешь, а я хочу, а вон туда хочу. Есть дорога короче, но опасней. Поэтому нам лучше идти по ней. Эй, ты тут логику не видел? По-моему, она пропала куда-то. Я обещал своей госпоже, что приду на помощь как можно скорей. Бла-бла-бла-бла, не ты тут решение принимаешь. Как мой хозяин решит, так и будет. Уже там. Замри! Своим мельтешением ты не даешь мне насладиться этим зрелищем. Что это? Что происходит? Чуть приготовила для нас развлечение в виде засады. Надеюсь, ты умеешь не только трепаться. С этим я справлюсь играючи. Ты же лысый ежик, из огня да в полымян. Вот как? Слухи о моем огнедышащем даре добрались до этой глуши? Заткнись, говорун. Это он не тебя боится. Что с госпожой? Отвечай, гад. Она сама послала нас за подмогой. Мы бы не посмели ее бросить. Лжешь. Запомни, или ты возвращаешься на заставу, или я выложу из твоих косточек слово «дезертир» на этой дороге. Понял? С этим я справлюсь играючи. Нас атакуют! На помощь! Я не обнажу меч зря. Тебя только за смертью посылать. Но в определенном смысле меня можно считать чьей-то смертью. Помолчи. Госпожа, что тут происходит? Прайм уже плещется у нашего порога, как мы и предполагали. Госпожа? Вот это вот, госпожа, меня надули. Моего лорда надули. Когда я училась в Академии лордов, мы часто забавлялись тем, что надували с помощью магии и ветра всяких болтунов, предварительно вставив им соломинку в... О-о-о, я напуган до извержения соломинок. Ты и твой сумасшедший безымянный солгали мне и моему лорду. Это вам даром не пройдет. Нам нужна была помощь. Ложь во спасении не является злом, в отличие от Прайма, в котором мы все вскоре захлебнемся. Да не делай ты из мухи дракона. Бывает, Прайм-зона немного пульсирует. Такое редкое, но все же бывает. Это не простой разлив, это наводнение. Мы справимся, Ива. Я обещал, что спасу тебя. Я сдержу слово. Один, если герои и говорун покинут нас. А они покинут? Ох, какая драма. Рыцарь печального образа, излючка-колючка. Акт первый на пороге смерти. Вы остаетесь? Только для того, чтобы посмотреть, чем дело кончится. Тогда приступим. Надо укрепить заставу. Не проблема. По периметру заставы расположены сторожевые башни. На западе, на севере и на востоке. Сторожевые башни? Может, скажем честно, дымящиеся руины? Кобольды и сатиры. Это они растащили по своим логовам башенные сигилы. Значит, мы можем вернуть награбленное. С этим я справлюсь играючи. Thank you.
Отлично, башня почти восстановлена. Нужно найти еще один сигил. Нас атакуют! На помощь! Веди. Сейчас я вас отхожу дубинушкой. Говорящий гриб? Да мне же никто не поверит. У меня есть мудрый совет. Надо найти все их логово и спалить их к такому-то прайму. Давай попробуем. Не проблема. Я справлюсь играючи. Следи за руками. Давай попробуем. Грибов, тем спокойнее у меня на душе. С этим я справлюсь играючи. Так, еще один дезертир. Никак нет, ваше геройство. Чудом спасшаяся жертва сладкозвучных птиц сирен. Ну да, ну да. А теперь ты пытаешься мне лапшу на уши навесить. Да я контуженный. Слышь, плохо. Оттого и спасся. Но меня-то ты слышишь? А ведь я не громко разговариваю, сволочь дезертирская. Да что с тобой такое? Психологическая травма на этом дезертирстве, что ли? Не переживай, служивый. Спасем мы твоих товарищей, только потом на заставу пойдешь службу нести. Ага, я и говорю, вон там, на опушке гнезда. И товарищи мои там. Это ты, Фрейм, глуховат. Пошли, безымянный. Давно птицу сирен послушать хотел. Веди. Раблю. Ущади меня, добрый молодец. Послушай. Я с предателями дела не имею. Да ладно тебе, чуть что, сразу за клинок. Смотри, вот птичка какая симпатичная. Пусть с нами летает. Будет хоть с кем поговорить по-человечески. Под твою ответственность. С этим я справлюсь играючи. Спасибо вам, отважный герой. На заставе отблагодаришь. Если выживешь, конечно. Давай попробуем. Но в связи с изменившимися обстоятельствами я нарушаю наши прежние договоренности. Ах ты, ворона неблагодарная! Пощади меня, добрый молодец. Послужу я тебе. Буду тебя от ран исцелять, подвиги в песнях прославлять. Ты что, дура? Кто ж тебе второй раз поверит? Режь ее, безымянный. Нет, отведем на заставу. Я, кажется, понял, что к чему. Уже там. Башня восстановлена. А все еще может завершиться не так плохо, как я думала. Попробуем.
спасибо. Без вас нам каюк бы пришел. Не волнуйся, он все еще неподалеку. Лучшее место, где ты сможешь укрыться от каюка, застава. Не проблема. Беги. С этим я справлюсь играючи. Давай попробуем. Вскоре мы восстановим эту башню. Не проблема. Вовремя вы, спасибо. Пожалуйста, услышишь на заставе. Давай, марш, марш. Давай попробуем. Следи за руками. Бежу на помощь! Не проблема. Выглядит надежно. Значит, кобольдам не удалось разрушить магическую защиту башенных сигилов. Давай попробуем. Следи за руками. Уже там. Спешу. Не проблема. На кого вы меня
Чагри, не вой. Объясни, что случилось. Были у меня друзья. Котик, собачка, уточка. Жили мы, не тужили. Вдруг набежало чудо, все мои детишки разбежались в ужасе по лесам. Где мне их теперь сыскать? Давно уже заметил, что размер обратно пропорционален разуму. Не тужи, великанушка, найдем мы твоих детишечек. Если сдержать слово, помогу, чем смогу. Беги. Спасибо, братцы. Братцы, приятно делать добро. Никогда не понимал злодеев. Ну, какой кайф в пакостях, а? Уже так. Красота. Давай попробуем. Спешу. Веди. Не проблема. Следи за руками. На защиту! Я справлюсь, знаю. Вот так! Еще одно нужное дело сделано. А я уж думал, что из этой передряги живым не выйду. Беги на заставу. Если у нас есть шансы выжить, то только там. Давай попробуем. Thank you.
Есть мне проблема. Один взгляд, и все равно. Следи за рукой. Все башни готовы к бою. Это вселяет надежду. Уже там. Не проблема. Давай попробуем. Под руку мне лучше не попадать. Беги. Давай попробуем. Давай попробуем. С этим я справлюсь играючи. Все детишки снова со мной. Проси, чего хочешь. Все сделаю. Значит так, барабан хочу, бульдога. Помолчи, Хагри, ступай на заставу. Там найдешь девушку по имени Ива. Охраняй ее. О, чуть по мордам бить, это я могу. Не проблема. Беги. Играючи. Лучше попадать.
Давай попробуем. С этим я справлюсь играючи. Давай попробуем. Кромсаю. Рывок. С этим я справлюсь играючи. Давай попробуем. Это же Серый! Я читал про него в «Альманахе Герои-неудачники». Артефакт хозяина! Верните! Давай я лучше излечу тебя от заикания. С помощью хирургического вмешательства. Не проблема. Раблю. Красота.
Давай попробуем. Играючи. Я справлюсь, играющий. Идиоты всегда ходят парами. Это же полосатый заклятый враг Серого. Отдай артефакт. Слышь, сволочь безымянная. Я об одном жалею, полосатый, что не дорезал тебя вместе со всеми. Увидимся, предатель! Мой безымянный друг, и мне, и моему лорду уже давно пора бы объяснить, о каком артефакте скулили твои бывшие дружки. Да. Вы имеете право знать. Идем к Иве. Давай попробуем. Спешу на помощь! Не проблема. Ива, о каком это артефакте речь? За что свою кровь на Прайм проливаем? Подарок безымянного из Прайм-зоны. Осколок былой мощи Старой Империи. Вот только пока не совсем понятно, что за сила в нем скрыта. Тю, эти громкие слова ничего мне не говорят. Зато артефакт, похоже, очень много значит для Чуди. Вам не кажется, что все проблемы именно из-за него? Кажется. А еще мне кажется, что он может чуть уничтожить. Это почему ты так решила? Экспериментировала. И мне уже совершенно ясно, что артефакт впитывает Прайм. Но и у него есть предел. И если артефакт переполнится, то произойдет взрыв, уничтожающий весь Прайм в округе. А нет Прайма, нет и Чуди. И нет героев? Не знаю. Думаю, героям придется не сладко, но они выживут. Друзья мои, если бы вы знали, как я люблю взрывы, давайте его зарядим. Ну, пожалуйста, пусть рванет. Мы можем это сделать. Принцип работы аналогичен зарядке Праймом героев. Достаточно просто убивать чуть. Прайм сам впитается в артефакт. И что мы тут тогда время зря тратим? Вперед! Сезон охоты на чуть объявляю открытым! Давай попробуем.
проблема. Артефакт заряжен наполовину. Я чувствую его силу. Не проблема. Артефакт. Разорва! Серые и полосатые атакуют нас вместе? Герои доктов и одарницев объединились, они что, грибов с дубинками объелись? Я беру на себя серого. Чего ты ждешь, приятель? Добей его! Эй, погоди! У меня к нему накопились вопросы. Да он просто тянет время. Убей его, или он сбежит, как в прошлый раз. Скорей! Плохое решение. Не стоит повторять моих ошибок. Зря! Все бойцы превратились в чуть. Зато артефакт напился прайма. Давайте, поднажмите, осталось чуть-чуть. Так-то ты держишь свое слово, безымянный.
готово. Альфред зарядился. Сейчас рванет. Поберегись! Есть. Все, как я и рассчитывала. Ну и взрыв, ну и артефакт. Безымянный, тебя сейчас, по-моему, стошнит. Ива, что ты наделала? А ты что, на смерть своего безымянного и моего чудо-героя ты тоже рассчитывала? Ведьма! Издержки эксперимента. Не переживай, сейчас всех воскресим. Победа! Уничтожена. И ты вместе с ней, кстати? Не обидно? Немного. Мне, как и любому герою, не привыкать к смерти и возрождению, но... Неужели нельзя было хотя бы предупредить? Не кричи на меня. Если бы не мое образование в Академии Лордов, если бы не артефакт, мы бы были сейчас по уши в прайме. Устраиваемся поудобнее, драма. Второй акт, злючка-колючка дает по башке рыцарю печального образа. Хочу напомнить, госпожа, что это именно я принес вам артефакт. В этом и состоит наш договор. Я служу вам и разыскиваю артефакты. Вы воскрешаете меня в случае смерти. Но ты ведь не предупреждал о том, что вместе с артефактом заявится вся окрестная чуть? Бац! 1-0, королеву побеждает. На ее месте я бы сейчас задал вопрос про таинственного хозяина и про предательство, о котором болтали серые с полосатым. А уж если провести сеанс психотерапии, я думаю, мы смогли бы дать внятные имена всем душевным травмам безымянного. Ладно, не будем сейчас все это обсуждать. Что? Как это? Вот так всегда, на самом интересном месте.